Всем привет, дорогие друзья мои подруги. С вами, как всегда, Алекс, и это режим ДМЗ. Режим ДМЗ добавили, значит, у нас не только в режим ДМЗ, у нас за вход теперь даются какие-то призы. Допустим, если ты каждый день заходишь в игру, тебе дают призы. Вот такое обновление пришло, то есть, наверное, не починили дробик. Я в этом мало сомневаюсь. И потеряли очень много аудитории, мне кажется, за эти глюки, за эти малые FPS, как все привыкли говорить, хотя это сервера лагали, вот. А FPS по-прежнему мало в игре очень, но при том, при всем, что сервера не лагают уже. В общем, решили сделать вход и награды. То есть каждый день у тебя какая-то награда. Там визиточка, скинчик на машину, еще что-то. В общем, вот такое вот сделали. Значит, что у меня есть здесь? У меня М4 я какую-то взял. Ключи от сцены потертый, вот, ключ Fire Adept потертый и ключ Central Station потертый, открывающий Central Station. Ну, в принципе, вот такие ключи есть, есть дробик, дробик, ребят, пересобрал. Значит, дыхание дракона поставил и спусковой крючок. Ствол оставил тот же. Возможно, если дробик не будет уже ваншотать ботов, то хотя бы дыхание дракона будет. Потому что вот здесь есть ствол и глушитель, пару модулей, если ты их ставишь, и вот этот вот модуль, если ты ставишь. Какой-то из них я уже не стал разбираться, в общем, ботов ты в ДМЗ не можешь ваншотать. А так я с ним побегал даже в добыче с этим дробиком, и что я вам хочу сказать. Ну, расстояние, ну, максимум, максимальное, ну, это метров 10. И у тебя 15 патронов, и оно по 2 патрона выплевывает. И оно так быстро выплевывает, что ну его нафиг. Пошли на вонду, будем портить ключи, короче, эти. Вот, откисать и тестить дробик. Это, ну это, я не знаю, до имбы ему, знаете, как нам до луны, наверное. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в DMZ. Спасибо, кстати, что поделились своим мнением в комментариях под прошлым видео, да, по DMZ, по дробику и помогли поставить дыхание дракона. Потому что разработчики задницы, они ни хрена не написали. А ну, где боты тут? Да здесь гуляли ж. А чё, ботов убрали, что ли? О, вон они. Ну, я боюсь подходить, ну ладно, давай так. Есть контакт с огненными. Есть контакт с огненными. Ну вот и все, вот я и на перезарядочку ушел. Не порти машину. Да ну, вас тут очень много, ребят. Я пойду сюда, тем более здесь, по-моему, сумка где-то, да? Очень мало патронов, больше нет возможности поставить. Ну, вот такое расстояние уже как горохом, понимаешь? Надо чуть-чуть ближе. Как я и говорил, 10 метров. Ой-ой-ой, цитадель захват. Но эту цитадель мы не захватим здесь. Знаешь, где надо? На Ашике. На Ашике захватывать. Вот там можно захватить за пару минуток. А возьму-ка я с собой, на всякий случай, шприц-пистолет, да? Ну, неизвестно ж. Что у меня за бригада здесь? Я даже не посмотрел, какие уровни. Да это и не важно, в принципе. Плашечки все вообще вычистили подчистую. Так, а где сценическая? Ой, да я хер знает где. Зато у меня есть ключ отсюда. Central Station. Ключ, открывающий Central Station. Я хочу на Central Station. Я выйти отсюда смогу на Central Station. Есть ключ от Central Station. Правда, я не знаю, что он открывает там. Там что-то закрыто есть, да? Где ты, чудовище? А, вот, и большой минус. Что у тебя всего там 30 патронов в загашнике. Тебе надо вот так постоянно делать. Вот у меня патроны уже кончились. Все. Все, ребят, кончились патроны. Где я открываю? А, вот Central Station. Где-то здесь. Видать, можно зайти, я так думаю, да?
Потому что я сюда никогда не заходил. Ну и либо вот так делать. Боже мой, это что, челик? Какой целью контракта? Не хочу целью контракта. Вот сюда у меня ключ есть. Опа, ребята, да вас тут много? Все, да? Отстрелялся. Патроны он мне поставил. Заходим. Патроны есть? Ну, я буду теперь патроны для дробовика искать, короче. А если 2-3 челика, то вообще жесть. Так, это я, пожалуй, прикрою. Вот, чтобы никто не смог понять, опа, кто-то кого-то взорвал, что мы здесь, понимаешь? Хитрый план. Тут бронька есть, кстати, кому надо. И ребята пришли уже, они открыли дверь. О, у тебя дробовик есть. КВ-залп, а где патроны? Срань. Да иди ты нахер, слышь. Я двери закрываю, он стреляет. Вот таких патронов, видишь, тут много. Много, понимаешь? Понимаешь, их много. А вот патронов на дробовик не очень много, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Ну вот опять. Дробовик, патронов нет. Кстати, здесь наверх можно, наверное. Не, это ты вышел, чувак. Я хочу наверх подняться. Ну, сумочку поставили, конечно, разработчики. Бомбово просто, да? Опа, саморезик. Вторая бронька уже никому не нужна. И что здесь? Просто помещение такая вот, а вот сумка какая-то интересная. Интересная. Металлический кейс и все. Жаба едет. Слушай, а у меня ЗВБшки нету. А ЗВБшкой можно было бы хорошо-то обработать ее. Круиз-терминал где? Это челики. Там челик был, да? А, вот здесь нокнули. Опа, а тут нанокали их уже, смотри. Ребят, подождите меня. У вас музыка не играет? Не, все нормально. Круиз-терминал. Где круиз-терминал? Круиз-терминал. Есть ключ? Вот здесь противник где-то. О, вот там где-то сидят, наверное. Алито-боты, непонятно. Алито-боты, непонятно. Но у меня и от круиз нашел чего. Пройдемся туда. Нам же видеокарты еще всякая херня надо. Ну, на дробаш появились. 9 патронов. Не, не появилось. Надо искать, в общем, эту пополнялку, либо магазин. В общем, какашка мне не нравится. А выйди! О, я застрял, выйти не могу. Ой, как много вас. Вот.
Ой, а можно по мне не стрелять? Я не люблю, когда по мне стреляют. Так, вот и а. Где вы бегаете? Где вы бегаете? Хватит. Сколько у вас здесь? О! Хера себе, а чего их так много, пистолетчиков-то? И что здесь есть? Здесь просто лут какой-то получается. Получается так. Получается, здесь только лутецкие у нас. И в основном больше ничего нет. Ложись! Я лич нажал, ёлы-палы-то, а. Спасибо, 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 да, я отползу. Спасибо. Спасибо, очки. Бруньку вставь. Ох, и чудовище, да? Так, ну чё, ладно, круиз открыли. Красивый круиз, да, и красивые эти терминалы сделаны. Это закрытая зона, так то не дробовик, нет. Опа, у нас челики здесь. Противник в этом районе. А у меня броньки нету. Никто ящик не хочет поставить, может кто-то находил? Опа, на дробовик нашел. Будут сюда и заходить по-любому. Подавляющая мина поставлена. И бэпочки ни у кого нету. Патроны. О, патроны поставил, догадался. Блин, да выключись. Они отъехали, мне кажется. Немножко в дробовике еще и бронебойные, представляешь? Мне нужен малый калибр. Вот там, кажется, бегает кто-то, да? Жаба едет. Ну, почти. Все-таки две ЗВБшки было бы выгоднее кинуть. Здесь кто-то в машине сидит. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Да ну нахер. Вонючие эмки. Я сделаю их. Я сделаю их с вонючей эмки. Есть третий? Ультра-1 рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Ага. Чего? Минометочку-то. Набрали они нормально. Так, а ну подожди. Все, приняли. Да я подожду. У тебя немножко времени. Блядь, кто это? Не понял, ребята, вы чё? Кто пришел? Левый, правый, непонятно. Алло. Блин, я не буду больше поднимать. Вот это очень путает. Ультра-1, активность в вашем районе.
Участники, не участники. Хорош лутаться, здесь враг есть где-то, вот. Не волнуйся, жить будешь. Не, ребят, нормальное, вы чё? Трабаш мой забрали? Офигеть. Мою эмку? Это не моя эмка. Раб, возьмем раб, хорошо. Рюкзак, чё у меня? А, у меня нормальный рюкзак. Это боты? Да ну нахер, да вставь броню ты, ёб твою, налево. Я не могу отойти. Здесь ключ, да? Так, это не мой ключ, случайно. Так, саморезик еще возьму. Газик возьму. Что еще мне надо? Мне надо броня, вот. Броню возьму. Это что такое? Оглушающее. На дробик патроны есть? Давай, зарядим его. Вот, мне надо срочно броня. Но мы так стали, конечно, здесь. Так, ключи мне больше не надо, да? Это мои ключи. Кстати, да. Это мои ключи. Это круиз-терминал и фаер-депорт еще можно открыть, кстати. Где фаер-депорт? Где-то был... Блин, далеко. Вот эвакуация есть. Вот ящики есть. Погнали. Погнали. Я вообще не понял. С этими вот переназначениями в отряд. Это, ну, что-то с чем-то, конечно. Ребят, что-то с чем-то. Кто-то переходит, и вот эти вот 20-30 секунд ты ждешь. Перейдет он, не перейдет. Он запрос дает. Хотя, на самом деле, мне надо было запрос дать. Это бот, не бот. Надо перезарядить. Я не знаю, собранный это, не собранный. Кто направляется, я не услышал. Одни боты вокруг, да? Да, одни боты вокруг. Не вижу, это наслаиваются боты. Это, ну, раньше такого не было, сейчас есть. А зачем нам вертолет? Ребята, а зачем мы здесь засиделись? У меня вопрос такой. Зачем засиделись? В общем, дробовик я тебе показал, дамажит, но играть с ним можно? В принципе, можно. Я не осуждаю, кому нравится. Действительно, может, кому-то нравится с дробовиком. А, здесь эвакуация у нас была. Хера себе, а я ее не видел на карте даже. А я думаю, что вы здесь третесь? Ну вот это максимальное расстояние, то есть 10 метров. Тебя и не видно там даже. Вы сюда эвакуацию же вызвали, да? Выкинет говно. Насобирал. Да, сюда вызвали. Офигеть, но я не видел здесь эвакуации. Может, купили свою, хотя желтым появляется, а то вообще никакой не видел. Может, они видели, а я не видел. Ой, на батуте, смотри как, а. В общем, СТБ у меня сейчас самое лучшее. У меня СТБ и шквал. Это самое лучшее оружие, которое только есть. А нафига вам деньги-то? Этот хочет денег. Это, по-моему, тот, который добавился к нам. Да, так, конечно, поиграли мы. Вот, и я против, конечно, этого говна, вот этих вот объединений. Если и сделать объединение, то какое-то нормальное. А то, получается, кто-то объединился, кого-то резнули. А кто-то не объединился. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Ну чё, довольно, довольно классные рандомы попались, слушай. Довольно, мне понравилось, в принципе, понравилось. Вот только объединение, это вообще не нравится. Данные сделки Легиона. А можно вообще уничтожить как-то это? Так, у меня же есть ключ от сумки на сцене, там всегда вроде есть видеокарта. Но я вам открою секрет, видеокарт много и на Ашика, и на Альмазре, и на Вондел. Но мы сходим на Вондел, так как ключи у меня еще не закончились.
Вот, и Fire Deport я еще не попал, и круиз-терминал, и сумка на сцене, поэтому погнали еще раз на Вондал. Но опять-таки возьму дробовик, но и на всякий случай вот этот вот рап, потому что ну, я второе оружие с хламовки беру, это, ну, с хламовки ты понял, да, откуда? Вот, если тебе что-то известно еще про оружие, ты мне напиши, мы потестим обязательно, видишь, как про, по, на дробовичок подсказал мне, и мы пошли. Так, добро пожаловать на Вондель, а не DMZ. DMZ это корпус 21, вот это я понимаю, DMZ, где мы? Ну, по-моему, далековато от сумки, а нет, сумка где-то здесь, вот, возле магазина. Давайте туда, у меня есть ключ. Есть ключ. По-моему, им все равно. Здесь у нас магазин есть, да, можно плашечками закупиться, хотя бы чуть-чуть. Вот. У меня денег больше нету. Есть ключ на видеокарту. Подожди, а это что за центр у нас тут? Это у нас централ-центр какой-то, стейшн. Fire, круиз, нет, круиз остался. Тот там один был у меня, да? Это централ-стейшн. А, он его снаряжает, понял. Вот это я понимаю. Сейчас, а давай сделаем пакость. Ну, не нашим пакостям, а вообще. А, что он туда светит? Блин, я забыл. Я так давно клеймером не пользовался. Ну ладно. Там кто-то подойдет, может. Не забудет. Ну, они хотят на это. Ну, давай на это. Мне нету сумку, те видеокарты, в принципе, нахер не нужны, понимаешь? В основном. Он на жабу хочет. Ну, ладно, на жабу так на жабу. Хотя я все-таки сбегал бы сумку туда. Не, с дробашом давай здесь. Я лягу. Вот, главное, что там не одна видеокарта была. Вот, бронька уходит здесь всегда. Вот, а мы теперь поедем туда, да? Вышку будем делать, не? Вышка мне не нужна. В общем, это нубик, короче, на обучении, наверное, а это профи. Я не знаю как. То есть, два друга, очевидно. Есть видеокарта. Я тут ключ нашел. Все, спасибо, ребят. Подождали, смотри, нормально. Куда вы хотите теперь? А отменить нельзя это? Говно. Блин, я забыл взять ЗВБ опять. Ёлки-палки. Я жабу увидел и понял, что я забыл. Жаба не надо. Я буду направлять. Куда она едет? Она здесь остановилась прям. А чё она остановилась? А, не, едет. Алло. Будем охотиться на жабу.
чё я только? Кто-то там стреляет еще. Ну для этого лучше бронебойку брать вообще. Ой-ой-ой. Транспорт уничтожен. Ай-яй-яй. Ребята, ребята. Либо ЗВБшечку. Вот же жаба еще стоит. О, что, сдохла жаба? Блин, вовремя. Вовремя ты патроны. А! Жопа жабе. Жопа, тут броня еще какая-то есть. Да ёлы-палы. Да ёлы-палы. Вы что, с ума сошли, что ли? Да нихера себе, все тихо. Нихера себе, все тихо. Но я не достану с дробовика. Ну, давай жабу сделаем, да, где выход? Вот на стадионе есть выход. Не лучший, конечно, здесь есть челики. Я бы пошел сюда. Вот сюда бы пойти бы, а? Бензина хватит доехать. Как хотите. Как хотите, ребят. Я предложил безопасный и максимально выход. Здесь челики есть просто. Я не знаю, куда он хочет. Может что-то сделать по квесту надо им? Так, я отметочку. А, это не моя отметочка. Это им сюда надо. Fire Deport. У меня ключ есть от Fire Deport, да? Точно. Только брони нет нихера, а так есть. Все есть. Опять сползаю. Да что ж такое-то? Да, я броньки хочу поискать здесь, если можно. Алло, да кто по мне? А ты откуда взялся? Только что здесь никого не было. Понял. Я сюда и пройду. Броньку поищу. Я еще в Fire Deport, кстати, не заходил. Очень красиво. Очень хорошо. У нас сегодня такой ролик будет, где я захожу везде. Ну вот теперь по ботам нормально работать. А где мы моего напарника ранили? На улице, что ли? Хер его знает. Да ёб твою, крысы! Дайте я Fire Deport посмотрю. Тогда я закрою, наверное, вот так. Здесь шкафчики есть, смотри. Ну, всякое говно в шкафчиках. Сумку какую-то. Ну, ладно. Не будем брать. Крем для рук. Я не помню, нужен мне или нет. Подожди, я где-то хороший подсумок видел. Шприц-пистолет, допустим, есть. А я бы хотел бы выйти, у меня же видеокарта точно. Может здесь видеокарта где-то есть, подожди. Вот, в этих.
Ну, хер тут, очки, очки ночного видения не надо вам? Хотя, может, в компьютерах что-то есть, не? А давай осмотрим, вдруг, может, какой шанс есть, что попадется видеокарта здесь. О, ожерелье. Говно какое-то так. Это что такое, флешка зашифрованная с секретной информацией? А я не знаю, нахера мне эта херня нужна? Я нашел флешку секретную какую-то. Короче, этого квеста нету, либо я на него не нажал просто. Не знаю. Так, здесь броня есть. Так, ну им не надо. И внизу неплохо так, да, выглядит. Здесь все обыскали. Да, здесь все ящики обыскали. Может, им этот квест надо, я не знаю. Давай скинем им эту флешку, вот. Здесь ценный предмет. Здесь ценный предмет. Здесь ценный предмет. Может, этому надо, не знаю. Я не знаю просто, что они делают. Еще деньги, ёлы-пал. Вышку хотят сделать, да? Опа! Вот здесь противник. Достань нормальное оружие. На зону идем, эвакуации. Враг в спине. Ой, бля, ёб твою, ладно. Пошли. Пошли на зону эвакуации. Здесь еще кто-то. Но поздно эвакуироваться, мне кажется. И здесь враг поехал. По-любому враг. И поехал он на зону эвакуации. Но мы отсюда... Ну, это такая идея себе. Я то вылезу, но вы, ребят, я не знаю как. Вот, а здесь вражеская БПЛА, понимаешь? Здесь пасут, а я предлагал. А я предлагал вот сюда вот. На машине, я же не знаю, что вы делаете. Пробиваемся к машине, что ли? Здрасте, пацаны. А можно сесть? Ёб твою налево. Поехали, я тут с другом еду. Ничего страшного, поедем на двух машинах. Я с другом еду. Он просто сидел, он ко мне приехал. Дружбан мой, прикинь. Мой дружбанчик. Просто вот на ту зону эвакуации было бы вот тогда, потому что мы резнулись там безопасней. Они на стадион приехали. Лол, который пасут по-любому. Я с другой стороны зайду. Его пасут по-любому. А, у них бэпка есть. Я вызываю, короче, тогда. Пока вижу ботов только. А, понял. Кто-то нуждается в медпомощи. Не, далеко нуждается. Тем более я больше не хочу. Хера себе шпарит. Так, мне броню вставить? У этих брони нету, да? Держите подарок, ребят. Брунька есть?
Какая потеря? Никаких потерь. 215 метров. Это какой-то другой челик, наверное, тут лег. Ну, здесь я бы не сидел бы. Хотя эти кубики сделали. И бэпки нет, понимаешь? Ничего нету. Но есть ящик. Есть ящики, Fire Deport. В принципе, все, что я хотел сделать. Теперь надо быстро залезть сюда, чтобы было 5 секунд. Быстро залезть. Вот, правильно. Все, 5 секунд. И без контактных мин можно. Пушка даже. Пушку поставили, прикинь они. Какие складоженные игроки. Алекс и Драпс. Короче, вот такие вот ребята. Они вместе, видать, играют. Ну что, друг другу покупали что-то. Ну, Алекс совсем приуныл. Ты чего? Братуха. Во, смотри, значит, я никогда не охотился за этими делами, да, за видеокартами, за слитками. Это все по пути я когда-то находил. Вот, пошел, посмотрел Fire Deport с тобой и все остальное посмотрел. Но в сумке действительно есть видеокарта. Вот мне осталось тут две видеокарты, у меня одно открытие. Но благо этот ключ валяется на Вондале везде. В принципе, эти ключи, если пошмонать курточки, можно найти очень-очень много. Слитки золота все находил на Альмазере. Не знаю, где здесь есть они, может, в цитаделька где-то. И золотые черепа, естественно, с боссов, с вертолетов, с жабы, ну, со всего, грубо говоря, этого тоже можно понаходить. Вот. Жабу уже сделал, получил какую-то визитку, я не помню, я ее 3 или 4 раза делал. В общем, не в том суть, значит, суть в том, что ну, дробовик работает по ботам, да? Ну, челиков все-таки, если он далеко, то, конечно, с дробовика не вариант. Его брать как второе оружие только. На Вондел, на Альмазер как второе брать, ну, лучше ПП взять, наверное. Потому что ты видишь, проблемы с патронами и 15 всего в магазине. Если 3 челика, то пару раз промажешь, максимум 2 ты сделаешь. И уйдешь на перезарядку. А если еще и патроны закончатся, и нет второго оружия, ну, это беда будет. Беда. Так работает, то он отлично, в принципе, то по ботам, да, отлично. Но опять-таки, с близкого расстояния, чуть больше 10 метров, уже все. Уже все. Ты потратишь очень много патронов, которые ты, скорее всего, не найдешь, и будешь вечно с этими ящиками бегать. Вот, такая же ситуация и с ДМРками была. С тобой был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого. Увидимся, услышимся, ну и спишемся.